Всем здравствуйте! Я получила свою первую такую долгожданную посылочку от интернет-магазина «Мыло Офт». Вот так выглядит, такая вот коробочка мне пришла. Доставка была для меня бесплатная, так как у магазина есть прекрасное условие. Если ваш заказ больше 350 гривен, то доставка для вас бесплатна. А для такого увлеченного новичка, как я, эта сумма набирается очень быстро. Посылочка уже открыта, так как мы проверяли на почте целостность всех ее содержимых компонентов. Что же здесь есть? Здесь есть накладная с суммой, с перечнем всех товаров. И, соответственно, мои прекрасные запашки, отдушки. Здесь есть флакончики и разные масла. Вот в таком пакетике, чтобы ничего не рассыпалось, чтобы все было. А сейчас я подготовила такой вот лоточек. Выложу все в лоточек и покажу поближе. Я переложила содержимое своей посылочки в два таких вот ящичка. В первом ящичке инвентарь. Значит, здесь у меня 10 баночек со спреем. Пришло 7 с черным спреем и 3 с белым. Но мне абсолютно не принципиально, так что объем у них 50 миллилитров. Для духов, мне кажется, самое оно. Также я заказала себе пипетку Пастера. Она идет на 3 мл для удобства добавления ингредиентов, таких как глицерин, диэтилфталат в духи. Также увидела такую милую вещицу, такой наборчик. Силиконовая лопатка и силиконовая кисть для кухни. Почему бы и нет? А в этом ящичке, собственно, разные ингредиенты. Здесь есть всевозможные отдушки. Кашарил Нуа. Ангел и демон Живанши. Маленькие облик Живанши 5 мл. Лекстаз Нина Ричи. Рок-н-ролл с Валентино. Есть мужской запах 10 миллилитров. La Vie est Belle Lancôme 10 миллилитров. Фаренгейт. И 2 диэтилфталата для закрепления запаха в моих будущих духах. Также заказала блесточки. Посмотрите, насколько мелкого они помола. Если они подойдут, то буду использовать их в маникюре. Здесь также есть 2 бленда. Один цитрусовый, другой нежная роза. Их я планирую использовать в самодельной косметике. Также отдушки пищевые. И не только. Озон. Сливочно-кофейный. Манго, вишня, шоколад и тропические фрукты. На каждой бутылочке есть срок годности, а также информация о производителе. Вот, например, одушка Озон. Здесь есть срок годности и что его производит Франция. Вишня, срок годности, Германия. Заказала несколько эфирных масел. Не встречала еще развешенные эфирные масла. Стало очень интересно. Иланг-иланг, сантал, жасмин и базилик сладкий. Точно так же есть сроки годности и страна-производитель на тюбике. Для косметики, для шампуней ручной работы я заказала масло макадамии 100 мл. Это был очень выгодный объем. 30 мл органового масла.
натуральные масла семян тыквы и авокадо, а также эмульсионный воск. Все пришло целое, нигде ничего не пролилось, не разбилось. Посылочку я свою ждала от момента заказа до момента получения 7 дней. Я считаю, что с ценами этого магазина это вполне приемлемые сроки. Всем своим полученным товаром я очень довольна. И думаю, что я сделаю заказ в этом магазине еще раз. Спасибо за внимание!